Так вот, что я придумал? Вы пулеметы на тачанках возите, а в бою ставите их на землю. Вот, а коней ховаете в укрытии. Это ж дуристика. По-перше, втрачаєте час, а по-друге, нема маневру. Так от, що я подумав, хлопці, давайте сюди пулемета. Дайте ему пулемет. Фома! Дай ему пулемет. Давайте ее сюда. Вот так. Так, а ты сюда, служивый. Второй раз заряжай ленту. Зараз закріпим і будемо пробувати. Ну ти, дід, що діло, а? Да, куди ти? Що ти поставив? По гробцях? Нормально. Нормально сюди поставив. Ну, хлопці, поставте їм пару гірманок. Да, по кому нам? Не, я так не умею. Да, представь, что перед тобой гетьман Скоропадський. Давай. Давайте! Хорошо. Ну что? А ну, дед, давай с разворота. Давай. Пошел. А ну, пальни еще раз. А как оно? Артиллерия на колесах. Хай пулеметчик скажет. Ну а что? Хорошо будет рубить дрова. Дед соображает. Ну. А если это будет не одна тачанка, а пять? А то и все 20. Это будет полк. А то и армия. Сашко, сколько у нас тачанок? 7 штук. Еще по селах можно пошукать. А пулеметов? 6 максимов, 4 австрияка. Найди лотников. Пусть через 2 часа обладнают 6 тачанок пулеметами. Давай 7 сделаем. На одну еще австрияка втулим. Ну попробуй. Батько! Батько, иди вперед! Мы тут сами! Батько! Несторович, ти йди вперед!